10 самых сексуальных девушек-бойцов в ММА. Красота – это страшная сила, особенно когда этой красотой обладают профессиональные бойцы из прекрасной половины человечества. Я рад представить вашему вниманию десятку самых сногсшибательных девушек этого вида спорта. Ким Кутюр, бывшая жена легендарного чемпиона UFC Рэнди Кутюра. Ким, может, и не обладает самым лучшим рекордом в этом виде спорта, но ее внешний вид помог привлечь большое внимание к женскому ММА. Мишель Гутьеррес, бывшая боксерша, а ныне пришедшая в ММА. Мишель тренируется в известном веговском зале One Fight. Выступление Мишель можно наблюдать в женском ММА-промоушене Invict FC. Пелис Херинг, бывшая кикбоксерша, считавшаяся когда-то вторым номером в мире. Маленький бульдог известен своей зрелищностью клетки и чарующими фотографиями. Рэйчел Кэммерс, тренирующаяся в зале Марка Муниса. Каммерс, подающая надежды боец-любитель. Возможно, мы увидим эту красотку в профессионалах уже в ближайшем будущем. Миша Тейт. В клетке Тейт совсем не подарок. Бывшая чемпионка Strikeforce и нынешняя чемпионка UFC. Зачастую демонстрирует в клетке больше отваги, чем многие мужчины. Вне клетки же Миша в любое время может податься в модели. Джордан Макдональд, тренирующийся в экстрим кутюр и в зале бразильского джиу-джитсу. Джордан можно увидеть на популярных турнирах Tough and Up в Лас-Вегасе. Карина Дам. Девушка с озвученной для русской публики фамилией скорее даст вам зубы, чем кое-что, о чем вы подумали. Красавица, но и чудовище в клетке, жесткая нокаутерша. Жесткая и в то же время такая нежная. Кира Грейси. Кира из знаменитого на весь мир клана Грейси в настоящее время готовится к своему дебюту ММА. У этой девушки золотые медали по бразильскому джиу-джитсу больше, чем язвительных шуточек у Чейла Сонана. Роунда Роузи. Когда-то непобедимая, сексуальная и дерзкая. Все это подходит бывшей чемпионке UFC в легчайшем весе. Благодаря своей красоте и таланту, Ронда поднимала женское ММА на новые высоты. Джина Карано. Именно эта робкая и добрая девушка привлекла внимание широкой публики к женскому ММА. А как она прикусывает губки? Так о чем я? Надеемся на твое возвращение, Джина. А вы согласны с рейтингом? Кого вы бы добавили или убрали из этого рейтинга?